Привет всем, с вами Ольга со своим реальным обзором. Реальным и честным, как всегда, ничего не рекламирую, потому что у меня формат отзывик, только на YouTube. Поэтому никакого смысла мне рекламировать здесь нет, я этого не собираюсь делать. Хочу вам рассказать сейчас про такие коробочки, а то мы все про нас, любимых девочек, а про наших любимых мальчиков и мужчин мы немножко иногда забываем. Ну вот, на лоб фантастики была такая коробочка, посмотрите, красивая. Вот, все для него, да? Выглядела она такой маленькой, я думала, она маленькая. Я ее купила, она и сейчас уже есть, была со скидкой, и есть до сих пор со скидкой, поэтому вот быстренький такой обзорчик. Выглядела она там маленькой, такой невзрачненькой, но... Посмотрела, что там лежит, думаю, ну ладно, возьму. Вроде бы что-то есть интересное в конце будет. Пришло. И вы знаете, очень даже интересно у нас здесь получилось. Все это вот так выдвигается, конечно. Все вот такая она здоровая. Хорошая коробочка. Не, ну понятно, полетит куда-нибудь, но все равно упадет, не упадет. Что нас здесь ожидало? Ну, книжечка такая, со всеми, что там было, принадлежностями. Давайте искать. Все, конечно, в опилках тут лежит, похрустим, как обычно. Я уже все сделала, посчитала и вам все расскажу. Ну что, для наших любимых мужчин, что собрал Лук Фантастик? Порадовать. Сейчас же всякие мужчины любят тоже за собой ухаживать, все, что правильно делают. Я вот прям... призываю всех мальчишек, мужчин, не надо скромничать, не надо стесняться, надо мазаться всем. Вот что найдете у жены или себе сами купите, всем мажьтесь. Мы все одинаковые, все хотим быть хорошими. Ну так ладно. Первое, что здесь я достаю, это такое мыло, шампунь-мыло. Пишут, что 10 евро оно стоит. Кстати, очень хороший формат. Возить с собой такой шампунь. Это не мыло вот такое для тела, это только шампунь. Практически ничем таким не пахнет. Может быть, легким кокосиком. Но пишет, что волосы будут естественные, мягкие, хорошие. И хорошо брать, да, не прольется ничего. Вообще у нас мужчины очень любят, когда какой-нибудь кусок мыла вот лежит. Им почему-то это душу греет. Не знаю почему. 10 евро. Грум у нас тут такой. Хорошо. Грум. Потом достаем вот такую баночку. Это умывалка. В одном из боксов тоже для мужчин, я уже показывала, из этой, ну, от этой фермы Мену, было шампунь концентрированный, очень концентрированный. Тоже такая маленькая баночка. Вот такой шампунь. Вообще просто. Без. А это умывалка. Она стоит 14 евро. Написано, что здесь абсолютно нет мыла. Здесь всякие полезные ингредиенты. И они говорят, что этого тюбика хватит на 265 умываний. Настолько он концентрированный. Там надо капелюшечку, и все, будет хорошо. Но я же думаю, это не только мужчинам, да? Мы первенькие пойдем пробовать. Мы не сможем дать мужчине, предложить мужчине что-то, пока на себе не испытаем. Ну так вот, 14 евро зачет. Очень хорошо, это мне нравится. Ну потом здесь был вот такой увлажняющий крем. Нанюхалась мыло, пошла у меня. Бульдог. Ну, я думаю, что это... масс-маркет, наверное, да? Но, в принципе, ингредиенты там очень хорошие. Он недорогой увлажнитель. Сколько он? 9 евро стоит. Но тут написано зеленый чай, водоросли, витамин Е. Всегда пригодится. Всегда пригодится. Хорошая вещь. У нас бульдог почему-то очень популярный у мужчин. Любят его наши мальчики. Буду быстро пробегаться, потому что я сегодня получила еще какие-то коробки. Надо еще обзоры снять. Так, следующее. Достаем какой-то тоник. Вот это, видите. У меня нет, слава богу, бороды. Но вот для мужчин какой-то натуральный что-то здесь. Водная помадка какая-то. В общем, это мазать.
бороду, чтобы была она шелковистая, мягкая и натуральная. Кстати, запах очень хороший. Написано, что они делали по старым традициям вот этих вот барберов или кого. Ну, как они же там любят все это делать. Наши мужчины, кто с бородой, будут с красивой, чистой, ухоженной бородой. Цена 10 евро. Но я частенько вижу вот этот бренд на стеллажах. Наверное, мужчины в этом больше понимают. Так, а следующий у нас... Опять забыла снять наушник, ну что ты будешь делать? Следующий у нас продукт очень интересный. Я сначала вообще не знала, что это такое. От Антони. Вот, не знаю, будет видно название. Энтони, наверное, не Антони. Энтони. Оказывается, это специальная тримит от вросших волос. Знаете, мужчины бреются, и у них вот бывает такое все вот прыщи или волдыри, вот когда вот эти щетины туда залезают, вросший волос, и они каждый раз, когда бреются, все время их ранят, и они все больше и больше. Так вот, эта штучка вылечит их, она с кислотами. Так, что здесь у нас помимо кислот еще есть? Иван-чай, лаванда. Пишут, что от 10 до 3 недель может лечение занять каждый день, утром и вечером. Ну, после бритья, естественно, до увлажнения, до этого крема. И никаких волос вросших не будет. Будет чистая, красивая кожа. У наших вот мужчин, у кого очень чувствительная кожа, представляете, все время бриться, каждый раз травмировать бедную кожу. Для этот у нас маленький формат, а я нашла, ну, большой формат, он стоит 35 евро. А этот малышарик, они сказали, стоит 6 евро. На 6 евро нам тут накапали попробовать. А чего? Хорошо, да, интересный вариант. Кстати, от вросших волос можно не только ведь мужчинам, да, делать. Так что всем может пригодиться. Возьмите на заметку, девочки. Так, потом мы находим здесь такую баночку с витаминками. И вот чтобы мы никуда, вот женщины, не полезли их есть, тут написано, что это джентльменский тоник, тонизирующий. Так, как показать-то получше? 30 капсул здесь, 2 капсулы в день. Здесь какие-то лошадиные дозы всяких витамин. Просто лошадиные дозы. Это точно для мужчин. Девочки, если они будут, сами не едим. Я уже тоже 2 скормила своему любимому. Ну, они такие обыкновенные. Ну, как, господи, капсулы, как капсулы. Все вот так вот. Вот такого плана. Желтенькие. Надеюсь, написано анти-эйдж, чтобы наши мужчины были молодые. Да, это для молодости наших красавцев. 40 евро стоят 30 штук. Вот эти витаминки, да. 40 евро. Не пожалели. И последнее, что здесь было, но это было уже не в самой коробке. Понимаете, это было на коробке. Это был вот такой... Боди грум написано. В общем, что-то для мужчин тело брит там. Где они там бреют, если что-то бреют. Это что-то для тела. Да, 40 евро стоит. Написано, что можно и в воде вот полоскать. Все. Ну, я этого ничего не понимаю. Но выглядит прилично, достойно. Да, целая коробка такая здоровая. Не знаю, я еще, конечно, ее не открывала. Но все равно хорошо. Вот, а я еще, я видела, что он там присутствует, но я думала, как они его сюда запихнут. Думала, он будет просто один лежать. Нет, сделали... Да, вот тут посмотрите, даже нарисовано. Видите? Вот здесь, да? Где? Вот он. Вот тут вот кто-то бреется, стоит. Что-то тут для тела, вот не знаю. Ну, наверное, хорошая вещь, поверим. И вот так вот была коробка на коробке пришло. Очень интересно. Я считаю, что коробка хороша. Я за нее заплатила
25 евро 15 центов, хотя на сайте она стоит 27,90, но когда проходишь дальше на кассу, там какая-то скидка, куда-то там слово ввести или что-то, и получается за 25 евро ее можно взять. Она до сих пор есть на сайте, и ее наполнение составило 130 евро, поэтому моя личная выгода вышла 105 евро, а выгода для мужчины радости еще больше, это вообще не перечисляется. Что-то можно сыну, да, что-то мужу, сами там разберутся, кто что, а что-то и себе можно оставить, милые мои хорошие, и для себя тоже можно найти какие-то интересные продукты. На этом буду заканчивать свое коротенькое видео. Завтра будем обозревать еще одну коробку, похожую на эту. Я вам всем желаю, как всегда, счастья, здоровья, любви, обнимашек от вашего любимого за то, что вы его так любите. Всем добра, здоровья, берегите друг друга. Пока-пока.